Здорово. Ромео запорол видос. Мы уже стрельнули. В этом видео вы увидите, как мы стреляем в лобовое с Лексуса, который стекло мое. Я его поменял, снял со своего Лексуса, поставил новое себе. И чтобы просто не выкидывать, решили пострелять. Хацан 125 и Травмат Темп 1. В Хацане установлена газовая пружина. Что тут? Будем стрелять пулькой 0,75 и 1 грамм. В Травмате АКБС Магну. Фортуна сейчас она называется. Фортуна Магну. Все, сейчас стреляем первым 0,75 с Хацана. Результат мы уже знаем, просто Ромео не включил камеру. Как дебилы тут сами с собой разговаривали. Сейчас 1 грамм. Давай сюда. Первым стрелял 0,75. Выстрел уже был. Пробило так из-за того, что я стрельнул в ту же точку. Это был самый первый наш выстрел, который мы не засняли. Это сейчас стрельнул. Пробития нету. Естественно, травма тогда тоже не возьмет. Но сейчас стрельнем в любом случае. На, держи. Фортуна Магнум. А, пробило. Не до конца. Тут у меня еще тонировка была. Пистолет 9 миллиметров. Сейчас еще раз стрелю. Тут уже конкретное пробитие. Посвети сюда дыр. Вот такой эксперимент у нас получился. Неожиданный. Я думал, Хацан пробьет, а травмат нет, а получилось наоборот. Все, всем пока.